Добрый день, друзья. Вчера весточка пришла с Норильска. Знакомый парень, мастер, переслал мне, как выглядит сейчас та стройка, на которой я работал в том году. Идет ближе к завершению. Вот. Насколько я знаю, Медпром выгнали с этого объекта, или они разорвали контракт, как и предполагалось. Вот, доделывают другие, ну, доделывают маленький репортаж с этого объекта.